канун Дня города Чебоксары проходит много мероприятий, которые уже стали традицией. Сегодня чествовали двух новых почетных граждан города. Гражданами города Чебоксары рождаются, а почетными становятся. И сегодня в историю столицы Чувашии вписали еще два имени. После первых процедур отбора на обсуждение городским депутатам и голосование чебоксарцам представили четыре кандидатуры. Больше всего голосов набрали Анатолий Леонтьев, директор одного из основных предприятий застройщиков города, и Николай Григорьев, бывший министр здравоохранения республики. Это при нем в Чебоксарах построены кожно-венерологический диспансер, лечебный корпус онкодиспансера и многие другие медицинские центры. Это решение горожан депутаты поддержали единогласно. По силе возможности я буду еще трудиться на благо дальнейшего процветания нашего любимого города, столицы города Чебоксары. Спасибо. Чебоксары – это моя жизнь. Хоть я родился в Канаше, но я 56 лет прожил в Чебоксарах. Вся моя трудовая деятельность и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, она связана с городом. Вы знаете, что мы являемся застройщиками нового города, а новый город – это на 44 тысячи населения. Это вот Алатырь взять, Чумер взять, Канаш взять – это несоизмеримо меньше у них. У нас больше. И надо его построить за 15 лет. Но не только построить в объемах, самое главное – сделать его наиболее комфортным, наиболее удобным и наиболее красивым. Что вот лучше, чем ложки три. Гарантирую. Изначально на конкурс представили 7 кандидатур. Все, конечно, достойны. Однако по правилам, в один год почетными гражданами могут стать максимум двое. Мы многих рассматривали, и мнение каждого члена президиума здесь тоже оно учитывалось. Конечно же, и другие достойные люди. Мы найдем их метод поощрить их тоже, что другие мероприятия у нас, мы их будем приглашать. Но сегодня действительно вот институт почетных граждан в городе, он состоялся. 2 года назад в Чебоксарах учредили медаль за заслуги перед городом. Ею сегодня наградили 5 жителей столицы Чувашии, предпринимателей, спортсменов, деятелей культуры. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика.